В здоровом теле здоровый дух в самом высокогорном ауле Учкулан открыли многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Это значимое событие для всего Карачаевского района и республики в целом. Принял участие в торжестве глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Альбина Ламкова продолжит тему. Открытие многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса стало настоящим праздником. Спортивный объект имеет большое значение для развития населенных пунктов. Его общая площадь около 1000 квадратных метров. Находится объект в одном из живописных уголков природы нашей республики – ауле Учкулан. На торжественное мероприятие прибыли почетные гости. Для всех подготовили концертную программу. Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков. Молодцы, как красиво все сделали. Когда в стране народ вместе с главой идет вперед в одном русле, тогда, иншаллах, все будет хорошо. Забота о здоровье будущего поколения – важнейшая задача государства, что неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин. Доступность спортивной инфраструктуры, многообразие спортивных объектов влияют на качество жизни, отметил в своем выступлении глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. На территории республики уже построено 70 спортивных объектов, из них 8 физкультурно-оздоровительных комплексов. Физкультурно-оздоровительный комплекс, конечно же, несет такую новую лепту, жизнь, не только Павла Учкулана, но и всего Карачаевского района, но и того ущелья, да и Гаджут, и Курсут, конечно же. Вот. Но и мы постоянно обсуждаем со Спартаком Асхатовичем, это действительно одно из самых уникальных наших мест, это ущелье, которое мы и будем продолжать развивать. Уже в спорткомплексе активно занимаются борьбой. В планах организовать секции по волейболу и футболу, а для занятия общей физической и силовой подготовкой предусмотрен тренажерный зал. На торжестве выразили надежду, что созданные условия помогут тренерам воспитать достойных спортсменов и чемпионов. В новом спорткомплексе будут заниматься дети сразу же из нескольких аулов – Учкулана, Хурзука и Карджурта. Альбина Ламкова, Медина Джанкиозова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.